Региональный конкурс «Госуслуги – это просто» стартовал сегодня в школах Новосибирской области. Открытые уроки и задания конкурса будут проходить до 30 ноября. Главная цель – привлечение молодежи к электронным способам получения государственных услуг. Сегодня у большинства старшеклассников навыков работы с электронными сервисами куда больше, чем у их родителей. В региональном правительстве уверены, школьники не только легко освоят все преимущества единого портала госуслуг, но и донесут их до мам и пап. Мы сегодня можем констатировать, что конкурсными мероприятиями охвачено порядка 6 тысяч школьников в возрасте от 14 лет и старше. И, конечно, мы уверены в том, что конкурс станет одним из элементов или механизмов повышения именно мотивации с использованием государственных и муниципальных услуг в электронной форме. И действительно, Анатолий Васильевич правильно заметил, это нужно формировать в стенах образовательной организации именно такую информационную грамотность. Для нас это является одним из приоритетов.